Красота природы, архитектуры, знакомые улицы, здания, скверы. Вот какой он, Щелковский район, глазами юных художников, учеников средних школ и учреждений дополнительного образования. Каждая работа неповторима, а здесь, на выставке-конкурсе детского рисунка «Щелково. Мой край родной», их представлено множество. В ней приняли участие более 90 ребят от 7 до 16 лет. Сегодня выставка замечательная. Вы знаете, она замечательная тем, что вы отобразили уголки нашей Родины, уголки нашего любимого Щелково, Щелковского района. Мы много говорим о патриотизме, мы много говорим о любви к Родине. Но у тех ребят, которые участвовали в этом конкурсе, это слова, это не пустой звук. Они отобразили свою Родину так, как они ее видят. Районный конкурс проводится согласно программе по формированию социальной активности детей «Компас жизни». Главная задача – воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к родине. Нужно отметить, подобные конкурсы в художественной школе проходят каждый год. А постигать мир искусства, изображая знакомые виды нашего района, в этих стенах учились целые поколения. Так было всегда, и сегодня учреждение продолжает свои традиции. С чувством патриотизма, верности нашей родине, великой родине. Это не громкие слова, поверьте. Я когда-то так же сидела, как участница многих конкурсов, и выходила получать те грамоты, дипломы. Да, и это очень дорого стоит. Поэтому хочу сегодня всем, во-первых, пожелать добра и мира всем вашим семьям, чтобы всегда было мирное небо над головой. Пожелать вашим преподавателям больших творческих успехов. В своих работах юные таланты отразили всю любовь к малой родине, каждый по-своему. Итак, в одном выставочном зале художественной школы уместились все красоты родного края. Анна Балиец, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».